Не случайно они вместе строят дом. У воспитанников Центра защиты детства и жителей Дома ветеранов нет полноценной семьи. Но они не одиноки по жизни, потому что есть друг у друга. Они ходят по очереди в гости и дарят подарки. Сегодня дети подготовили для ветеранов концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Очень трепетные всегда такие встречи. И вот сегодня у нас председатель Совета общественности Дома ветеранов Мария Ильинична, когда зашла, она сразу задала вопрос: «А где же наши?» И они уже знают и называют их своими внуками, внучатами, внучками. И уже ребятки, как они говорят, мы выбрали, у них есть свои бабушки и дедушки. Для самых благодарных зрителей своих бабушек и дедушек они пели, рассказывали стихи и танцевали. В концерте принимали участие все. Для кого-то творческий номер стал маленьким, но настоящим подвигом. Возможно, в их жизни будут и большие подвиги. Ведь эти дети, вопреки всему, мечтают помогать людям. Я хочу пожарным быть. По традиции, воспитанники подарили ветеранам открытки, сделанные своими руками. Эти незатейливые аппликации потом будут бережно храниться старшим поколением. В свою очередь и гости никогда не приходят к своим подопечным без подарков. Мы уже подарили. Мы тоже им привозим носочки, шарфики, другие там конфетки, шоколадки. В завершении мероприятия фотографии на память, как еще одно напоминание заботы и теплого общения, которое обязательно согреет одинокие сердца. Людмила Варфоломеева, Вадим Воронцов. Специально для программы «Этот день».